Действительно, ни в одном своем ролике никогда я не говорил, что меня пытали. Никогда. Наоборот, я всегда заявлял, что меня и пыткам я не подвергался. Что, типа, я все понял, что я все осознал свои ошибки, и что я теперь буду их товарищем, и буду работать на них, и выявлять, значит, выявлять тех людей, которые якобы тоже, ну, по их словам, являются типа ваххабитами, как они их называют. Положение. Я не говорю, что я... что я крут, я стоял там с поднятой головой. Нет, конечно. Я был там в унизительном положении, так как я был в плену, я был пленником. Но в Аллахе и они, и все люди, которые были там свидетелями, они знают, что я ни в одном утверждении, сказанном ими, я с ними не согласился. Ни в одном. Ни в религиозном. Приступаем. Сегодня... Ислам Кадыров вместе с одним из, ну, уже, наверное, сегодня главных пропагандистов кадыровских по кличке Иллюзионист, они сегодня провели совместный эфир. Началось это все с того, что Иллюзионист сначала проанонсировал этот предстоящий эфир где-то за часа два или полтора до того, как он состоялся. Когда я об этом узнал, а я узнал об этом чуть позже, я написал у себя в телеграм-канале, дал тоже ссылку на этот анонс и написал, что за вопросы? А он анонсировал это так, что ему будут якобы заданы наболевшие там острые вопросы. И я написал, кто будет ему задавать эти вопросы? Неужели иллюзионист? Какие острые вопросы может задать ему иллюзионист? Я предложил, если вы хотите действительно, чтобы были вопросы острые, давайте проведем его совместно. У меня есть очень много вопросов и претензий к Исламу Кадырову. Очень много. Даже... Не столько в их количестве, как бы, дело, а в их качестве. Я могу ему задать буквально несколько вопросов, но они будут реально для него тяжелыми и будут острыми. У меня есть реальные претензии, очень серьезные, которые я ему выскажу, и ему будет очень сложно на это как-то отвечать. Поэтому я сделал предложение, разумеется, оно было проигнорировано, никто со мной эфиры проводить там не собирался. В итоге состоялся вот этот эфир с Исламом Кадыровым. И... Сейчас я хочу некоторый момент из этого эфира вам продемонстрировать. И самое интересное, наверное, начинается с самого начала этого эфира, с извинений Ислама Кадырова. До этого, вчера, я опубликовал ролик, который назывался, это была вырезка из моего прошлого эфира, «Когда будет извиняться Ислам Кадыров?». Я говорил о том, что... За то, что сделал Ислам Кадыров, за то, что он пытал этих женщин электрошокером, он материл их родственников, их матерей, за это он должен извиниться. В первую очередь перед этими женщинами, перед их ближайшими родственниками, и затем, как обычно у них там устроено, перед народом, перед падишахами, тоже, если хочет, может извиниться. Так вот, сегодня в эфире Ислам Кадыров извинился. Давайте посмотрим, как он это сделал. Поняли, да? Ислам Кадыров понял это так, что извиняться он должен в первую очередь перед своим падишахом. Обратите внимание, он говорит, я хочу извиниться, говорит, перед падишахом. Перед членами, говорит, команды, вот этой карашной, то есть это люди, которые на пути Ахмата Кадырова, он говорит. И затем он говорит, перед всем народом я хочу извиниться. Перед женщинами, которых он пытал электрошокером, перед их родственниками, перед, допустим, мужем той женщины, в которую он бросал этот предмет, которую он материл, он привез ее мужа и говорил о том, что типа ты готов там отвечать за действия своей жены. Он привез брата той женщины, которую он пытал электрошокером, и спрашивал, ты готов отвечать за действия своей сестры и так далее. Перед этими людьми он не считает нужным вообще извиняться. И обратите внимание, как вообще происходит, когда у нас кто-то совершает поступок, который... Ну, является просто мельчайшей частицей перед тем, что сделал вот этот вот преступник, когда, например, кто-то просто снял горящее здание и позлорадствовал тому, что оно горит. Ну вот,
Бес попутал человека. За это его заставляют с опущенной головой говорить, что он сделал немужской, недостойный поступок, что он предостерегает людей от того, чтобы они подобного не совершали. И его заставляют еще какие-то общественные работы делать, либо по восстановлению этого здания, либо убирать улицы. Когда кто-то высказывает недовольство действующей властью из-за того, что, например, поборы идут за коммунальные услуги как-то неправомерно и так далее, за это тоже привозят эту женщину, которая высказала это мнение, привозят ее мужа, заставляют их извиняться перед Кадыровым по телевидению. Потом едут к ним, кстати, Ислам Кадыров, на тот момент руководитель администрации, главы правительства, он как раз едет туда, к ним в село, в Алиюрт, и собирает всех сельчан. И перед ними, перед всеми эту женщину отчитывают. Все сидящие в этом зале проклинают эту женщину. Говорят, что она опозорила их село, их район. Вот так вот происходит. Когда человек просто свое негодование высказывает в отношении власти, свое недовольство. Это даже не, это, ну, не то, что это не преступление. Это даже в нормальном, цивилизованном мире это даже не порицаемое, наоборот, как-то одобряемое. Когда люди высказывают свое мнение, это нормально. Тем более в отношении несправедливой власти. Это наоборот смело, это достойно. Но за это у нас заставляют людей вот так унижаться. А Ислам Кадыров, который пытал у нас женщин, материл их, их родных, он сидит спокойно, вальяжно, раскинувшись в кафешке, слов, что я сделал что-то недостойное. Он просто извиняется, так небрежно извиняется, перед кем? Перед своим падишахом Рамзаном Кадыровым, перед членами его команды, теми, кто на пути Ахмата Кадырова, ну и так, на всякий случай, перед всем народом. И ни слова не говорит об этих женщинах, о их родственниках. Ни слова. Далее посмотрите, как Ислам Кадыров объясняет то, почему он угрожал этим людям убийством. Как он оправдывается. Как он оправдывает вообще сами по себе угрозы убийством, которые были озвучены в адрес этих женщин. Посмотрите, как он их оправдывает. Вы поняли, да? То есть он сравнивает это с тем, что родитель, когда ругает своего ребенка, как бы пугая его, он может сказать: «Я тебя убью». И это не нужно понимать, он говорит в прямом буквальном смысле. Якобы он таким же образом как бы просто, ну, подпугивал, любя вот так вот. Он пугал этих женщин, которых до этого похитил и привез в мэрию, и пытал их электрошокером. Он их как бы вот так вот любя, ну, немножко так запугивал. Но это ни в коем случае не буквальная угроза убийством. Он никак, ни в коем случае не имел в виду, что он их действительно убьет. Вы поняли, да? И у вас может возникнуть вопрос, а откуда он это взял? Где он научился вот так оправдывать? А это я вам тоже покажу. Научился он этому как раз у своего падишаха, который буквально за 2-3 дня до этого, до вот этого эфира, он точно так же оправдал Ислама Кадырова. Послушайте, что он говорит. Поняли, да? До этого Рамзан Кадыров вот так вот оправдывает эти угрозы убийством. И теперь садится Ислам Кадыров в эфир и точно так же оправдывает. Он говорит: это просто я вот так вот любя, немножко так вот их подпугивал. Это ни в коем случае не значит, что я их в прямом смысле имел в виду, что я их убью. Оказывается, вот так все просто. Оказывается, когда человек, который реально имеет возможность убивать, когда он располагает этим и он известен тем, что убивает только так, весь этот режим известен тем, что он убивает. Когда они вот так вот угрожают и говорят, что мы тебя убьем, это ни в коем случае не нужно понимать как буквальные угрозы убийства. И, наверное, те, кого они до этого убили, 27 человек, которые были казнены в подвале 2-го полка, Хазир Гижиев, который был убит в ОМВД по городу Грозный, Турпал Исраилов, который был убит в Гудермесском РОВД, это все, наверное, тоже, это так шутя. Это ни в коем случае, это как-то вот, как бывает, наверное, тоже аналогию вы проведете между родителем и
ребенком, когда родитель убивает свое чадо, и вы, наверное, скажете, что он делает это любя, во благо. Давайте дальше, продолжайте эту свою аналогию. Мне просто интересно, как далеко вы зайдете с этим, как вы сможете оправдать вот все эти убийства. На этом у нас, конечно, тоже все интересное в этом эфире не закончилось. Далее у нас иллюзионист выдал свою очередную ложь. Послушайте, что он говорит, как он задает вопрос Исламу Кадырову, когда заходит речь уже обо мне. Там целый блок был посвящен мне, и вот вступая, значит, вступительной своей речи, спрашивая его обо мне, иллюзионист говорит следующее. Заложники захватить мир Бах абсолютно безвинно, чисто вот из-за внешнего вида. Из-за внешнего вида так задерживать вещь вас, как бы мы, как бы, это непозволительно. В самом деле, один я хазун, один они стоят. Шоу, что я запытаюсь, вина боцу, хирин боцу, ше вюру, нитца вюру, боится индри, як истово, что йо-йо-йо-йо, что ты еще и видел. И тигах, на самом деле, это первый раз, когда ты можешь вообще из первых уст, мы можем это услышать, как это на самом деле было. Смотрите, он его спрашивает, Тумсо говорит, якобы рассказывает, что ты его задержал из-за внешнего вида, то есть он ставит это под сомнение. И если ты, говорит, это действительно его из-за внешнего вида его задержал, то я считаю, что ты сделал это неправильно. И далее он говорит, и типа я рассказываю, что он меня типа пытал, что Ислам Кадыров меня пытал. И вот это вот тот случай, когда Ислам Кадыров, отвечая на этот вопрос, удивительно, но он выдает правду, он говорит правду. И это мне, знаете, напомнило хадис, когда Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, он охранял то ли трофеи, то ли закат, не помню, что это было, и к нему приходил Иблис в облике старца. И когда он его третий раз поймал за руку, и тот рассказал ему о величии тасбиха, когда о величии прочтения после каждой обязательной молитвы аята Аль-Курси, и по 33 раза читает Субханалла, Алхамдулилла, Аллаху Акбар. И затем, когда Абу Хурайра пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он рассказал это пророку, и пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, он сказал тебе правду, имея в виду Иблиса, хоть он и отъявленный лжец. И вот это тот случай, когда Ислам Кадыров сказал правду, хоть он и отъявленный лжец. Послушайте, как на этот вопрос отвечает Ислам Кадыров. Да, действительно, Да, действительно, говорит. Я с ним повстречался, он говорит, я с ним пересекся в городе. Он говорит, был грязный, типа весь заросший, но это про меня, он говорит. И я его, мол, поэтому забрал. И то потом у него в телефоне я там типа обнаружил что-то, что ему не понравилось. То есть он подтверждает, что он действительно меня похитил из-за моего внешнего вида. Он этого не отрицает. Хотя иллюзионист ставит это под сомнение. Далее, по поводу его второго заявления о том, что якобы я рассказываю, что он меня пытал. Послушайте, здесь тоже он говорит правду. Я его пальцем, он говорит, не тронул. И если ты, говорит, ты, наверное, не видел, он говорит, иллюзионисту, хотя иллюзионист видел. Ты, наверное, не видел его, говорит, какие-то ролики. Он там сам говорит, что меня не пытали. Действительно, ни в одном своем ролике никогда я не говорил, что меня пытали. Никогда. Наоборот, я всегда заявлял, что меня и пыткам я не подвергался. Я это всегда говорил. И единственное, конечно, ложь, то, что он говорит, я его пальцем не трогал, пальцем он меня трогал. И вот именно как он меня трогал, об этом я тоже рассказывал, что он схватил меня за бороду и затянул меня в мою голову к себе в автомобиль, уткнув меня в мой телефон. Это был физический контакт. Но я никогда не говорил, что
я подвергался пыткам. Я как раз тот человек, которого Всевышний Аллах вывел оттуда, не позволив им меня пытать. И иллюзионист, удивительный, да, момент, когда иллюзионист солгал, но его ложь опроверг второй лжец Ислам Кадыров. Опроверг ложь иллюзиониста. Далее, Ислам Кадыров, конечно, тоже не обошелся без того, чтобы не лгать. Посмотрите, как он рассказывает о нашем с ним разговоре. Я, говорит, сказал, я якобы я тогда сказал Исламу Кадырову, что я блогер, и типа я все понял, что я заблуждался там и так далее. Но это ложь, потому что я тогда не был блогером. Ислам Кадыров просто запутался в собственной лжи. Я не был тогда блогером. И не то, что не был блогером, я даже не мечтал никогда им стать. Не было никаких планов, предпосылок даже не было к тому, что я стану блогером. И я не мог тогда ему сказать, что я блогер, и мол, отпустите меня, я все понял там и так далее. Я не мог ему это говорить, потому что я был тогда заместителем генерального директора электросвязи, и никакой блогерской деятельности я не вел. На этом ложь, конечно, не ограничилась. Далее, посмотрите, он как он дальше рассказывает о том, что я говорил, типа говорил. Я, говорит, сказал, что типа я все понял, что я все осознал свои ошибки, и что я теперь буду их товарищем, и буду работать на них, и выявлять, значит, выявлять тех людей, которые якобы тоже, ну, по их словам, являются типа ваххабитами, как они их называют, что я буду теперь доносить на них и буду вот работать на них. И этот иллюзионист такой удивленный такой говорит, серьезно, говорит, он так он сказал, да? И тот говорит, да, вот так вот, мол, мы разошлись. Но здесь суть, знаете, в чем? Если бы я имел тогда возможность сказать им это, сказать, я понял, что я был неправ, я заблуждался, я буду работать на вас, отпустите только меня, я буду на вас работать. Если бы я мог там это сказать и выйти оттуда невредимым, да, выйти и затем оттуда убежать, то я бы это сделал. Я тогда это не сказал не потому, что я крутой. Я не говорю, что я крут. Я тогда им этого не сказал, потому что у меня и не было возможности этого говорить. Мне никто не предлагал сделки, давай там, типа, ты работай на нас, тогда мы тебя отпустим и так далее. Мне никто этого не предлагал. Если бы такое предложение было мне сделано, я точно так же, как и многие другие, приехавшие сюда, наши соотечественники, чеченцы, очень многие приехали сюда, даже подписав бумаги о том, что они будут с ними сотрудничать, о том, что они будут работать на них. Они подписывали эти бумаги для того, чтобы освободиться из их плена, и затем бежали сюда. Я точно так же пошел бы на это, обманул бы их и оттуда бы убежал. Но я этого не говорил. Не говорил, потому что у меня не было такой возможности. И Ислам Кадыров, который сидит там, лжет. Он прекрасно знает, что я им этого не говорил. У меня не было этой возможности, потому что я изначально поставил себя в противовес им. С самого начала я не стал им врать. Я сказал, что я не взываю никому, кроме Всевышнего Аллаха. И я считаю недозволенным к ним взывать. Я не отношу себя ни к какому суфийскому тарикату. И я считаю, что эти отношения себя к этим суфийским тарикатам являются неправильным. Я это с самого начала озвучил. И поэтому у меня не было возможности потом говорить, я там что-то осознал и так далее. И никто мне не делал этих предложений. У меня изначально был разговор с ними совершенно иной. Не потому, что я крут, еще раз я говорю, это не геройство. Просто у меня не было такой возможности. Если бы она была,
я бы точно так же это сделал. Поэтому те люди, которые пошли на это, которые даже подписывали с ними, и с ФСБшниками, и с различными иными структурами, подписывали документы о том, что они будут сотрудничать, и затем оттуда бежали, они не сделали ничего недостойного. Они, если бы они подписали, и затем на них работали бы, сотрудничали бы с ними, вот тогда это было бы недостойно. И то в том случае, если, конечно, они это делали добровольно. Другое дело, если и в этом случае они были принуждены, у них не было другого выхода, это мы тоже понимаем. Но если они подписали и действительно на них работают или работали, это не прощается. Вот эти люди, мы их презираем. Однако те, которые подписали для того, чтобы выйти или пошли с ними на какие-то устные договора, на камеры давали какие-то, делали обещания, затем выходили и убегали оттуда, они не сделали ничего недостойного. Они поступили так, как они должны были поступать. Но Ислам Кадыров лжет. Я так не поступал. И он, и присутствовавшие там его товарищи, его братья по цеху, и присутствовавшие там мои товарищи, мои братья, двое, которые были вместе со мной похищены, все они, мы все являемся свидетелями того, что ни я, ни два моих товарища не говорили, что они будут с ними работать, что мы будем с ними работать, что мы будем на них работать, что мы будем кого-то выявлять. Мы никакие договора с ними не подписывали, и ни устно, ни письменно. И наоборот, когда Ислам Кадыров меня отпускал и сказал, ты приведешь якобы членов своей вот этой вот той секты там или политической партии, которую он мне приписал, даже тогда я ему сказал, что мне некого тебе привести, но я тебе приведу своего младшего брата, члена своей семьи, его я тебе приведу. И когда я ему это сказал, он сказал, ты мне приведешь якобы всех. И даже тогда я не сказал ему, что я буду на него работать и приводи к нему каких-то людей. Я назвал своего младшего брата, потому что это человек, который является моим ближайшим родственником и человек, который под моей властью. Я дал ему понять, что я приведу тебе только тех людей, членов своей семьи, но работать на тебя я не буду, и мне некого приводить к тебе. У меня нет никакой партии, нет никакой секты. Поэтому это ложь, грязная, мерзкая ложь. Исламу Кадырову очень хотелось бы, наверное, чтобы я вот так вот там с ними разговаривал, будучи каким-то униженным. Да, я, конечно, был там в униженном положении, я не говорю, что я крут, я стоял там с поднятой головой. Нет, конечно, я был там в унизительном положении, так как я был в плену, я был пленником. Но в Аллахе и они, и все люди, которые были там свидетелями, они знают, что я ни в одном утверждении, сказанном ими, я с ними не согласился. Ни в одном. Ни в религиозном споре, который в тех вопросах, от которых мы разногласили по религии, я с ними не согласился. Я не сказал, что ваша суфийская волна является истиной. Я не сказал им этого. Я не сказал, что я буду теперь приписывать себя каким-либо тарикатам, что я буду там относить себя к каким-то суфийским шейхам. Я не сказал ничего из этого. Я либо молчал, либо говорил как есть, что я не отношусь ни к чему из этого. Поэтому он прекрасно знает, что он лжет, и что им не удалось меня там сломать, они это прекрасно знают. Именно это их очень сильно гнобит. سأزيل سدودا